Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Николай. И сегодня я предлагаю вам прогуляться по садам цветущей сакуры. Сакура цветет это сейчас в городе Вашингтон. Цветет это растение несколько недель и привлекает огромное количество туристов, зевак, да, людей, просто восхищающихся красотой. И пока мы будем с вами там гулять, смотреть эти замечательные растения в их цвету, в их красоте. Кстати, видео мне предоставил мой замечательный друг, который живет недалеко от Вашингтона. Он поехал, поснимал, мне прислал, просто чтобы я посмотрел. Вы знаете, я посмотрев, заинтересовался, откуда же там сакуры в Вашингтоне. Я вообще сам по себе в плане растений любопытный человек, да. И я начал читать историю. И я думаю, можно сделать видео, опять-таки для всех нас, ботаников, любителей, полезное. История это одной женщины замечательной, да, которую я расскажу вам далее в видео, которая своей любовью к этим растениям, как она восхитилась, побывав в Японии, увидев цветущие сакуры, она решила воплотить эту мечту в США, на своей родине. Да? И ей настолько было тяжело это сделать, я вам расскажу историю, да? Но она смогла ее осуществить. И теперь эта вся красота доступна до сих пор для людей, все это потрясающее цветение. Поэтому просто погуляем, посмотрим на растения, на деревья, на цветение, на залив, на людей опять-таки, и послушаем в моем исполнении историю, как же появились эти замечательные, красивейшие сады, цветущие сакуры на территории США, города Вашингтон. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной и начнем нашу мини-экскурсию, нашу мини-познавательную экскурсию, я бы даже сказал. Всем, друзья. Так, друзья, мы начинаем нашу прогулку, пока вы смотрите на красивые виды, да, видео коротенькое в целом, но я хочу вам рассказать эту небольшую историю. На самом деле, она меня удивила и поразило, насколько если мы чего-то хотим, да, насколько если мы о чем-то сильно мечтаем и при этом действуем, можно разбить даже сады на территории города Вашингтон. Я уже не говорю о наших маленьких каких-то мечтах. Так вот, наша история начинается в 1885 году, когда главная героиня нашей истории Элиза Рахаман Шидмор вернулась из кругосветного путешествия, в котором она также посетила Японию. А удивительный факт, что данная женщина, Элиза, она была писательницей, она также работала в представительстве дипломатии. Вы можете представить, да, 1885 год, насколько были ограничены права женщин, насколько была ограничена вообще в целом возможность женщин чем-то заниматься, кроме домохозяйства и воспитанием детей. Но Элиза, она, как я понял, была очень-очень прогрессивной женщиной для своего времени, даже для наших времен она была очень прогрессивной. И влюбилась она в красоту цветущей сакуры. Увидела она ее, запала она ей в душу. И появилась у нее такая мечта создать, разбить эти сады на территории Вашингтона. Да, вокруг реки Потомак, протекающей по территории Вашингтона. И вы знаете, в течение 24 лет она обращалась ко всем стоящим, управляющим на тот суперинтендантом. Это одна из таких должностей и позиций, да, в США. Суперинтендантом она к ним обращалась с просьбой все-таки дать шанс разбить такие сады, но все ей отказывали. Возможно, потому что она была женщиной, возможно, потому что просто не видели в этом смысла, потенциала. Но Элиза не отказывалась от своей мечты, и в течение 24 этих лет она к ним обращалась и обращалась и обращалась. Вы знаете, наша история с Элизой пересекается с историей доктора Дэвида Фэйрчайлда. В 1906 году доктор-ботаник, также он работал в представительстве агрикультуры США, привез из Японии 75 сакур. Я, вы знаете, нашел точную историю, были ли они как-то связаны с Элизой, да, или просто у него тоже такая была мечта привезти и попробовать эти растения, да, что-то новое из США, так он был ботаник. Он хотел узнать, как вообще сакуры примутся на вашингтонской земле. Он их посадил на территории своих владений в штате Мэриленд. И в течение одного года он наблюдал за ростом, развитием растений, как они перезимуют. И после одного года опыта, эксперимента, этот эксперимент был признан удачным. В 1907 году доктор Дэвид Фэйрчайлд обратился к своим друзьям. У него было очень много влиятельных друзей. И сказал, давайте мы всеми с вами силами, нашими силами разобьем такие сады. Опять-таки все отнеслись скептически, но вы знаете, порядка сотни сакур было высажено на территории Мэриленд. И в 1908 году, опять-таки спустя год, да, параллельно наша героиня Элиза продолжала ходить к суперинтендантам, и все пока безуспешно. Но в 1908 году доктор Фэйрчайлд дал молодые деревца школьникам округа Колумбии, чтобы те посадили их вокруг школ. Опять-таки все растения принялись в большинстве своем успешно, появилась красота, люди начали интересоваться, что это такое за растение необычное. Вы можете представить, что это было в новизну.
И на одной из своих лекций доктор Фэйрчайлд встретился с Элизой. Она была на этой лекции. И после разговора она нереально вдохновилась, она поняла, что эта идея возможна, что это не просто пустая мечта, что растения могут прижиться. И Элиза в 1909 году начала собирать деньги для города, чтобы подарить городу эти потрясающе красивые сады. После этого она обратилась к первой леди, на тот момент первой леди США, Хелен Тафт, и рассказала ей о своей этой идее о создании садов сакуры. Хелен Тафт вдохновилась очень-очень сильно этой идеей, ей она очень понравилась. И на тот момент у Японии и США были замечательные отношения, было представительство Японии. И вышли эти женщины на мэра города Токио, мэр Озаки, пообщались с ним, соответственно, да, обратились, рассказали свою идею, и мэру она понравилась. И он решил подарить в 1909 году 2000 сакур. В 1910 году сакуры прибыли в Вашингтон, но, к сожалению, друзья, на них был вредитель, какой-то коварный вредитель, который не позволил местным аграриям, да, садовникам, ботаникам, не позволил им дать зеленый свет на высадку растений. Растения были уничтожены, осталась буквально одна дюжина растений, которая была сохранена, и провели эксперимент, да, по обработке, возможно, инсектицидами, еще чем-то, данных растений, они выжили. И после того, как узнали, что даже если такой вредитель будет, могут обрабатывать и спасать деревья, в 1912 году снова данный мэр, мэр Токио выслал 3020 деревьев в этот раз из Японии. И в марте 1912 года Хелен Тафт и жена посла Японии посадили первые две сакуры в районе реки Потама. И после, с 1913 по 1920 года, была масштабная высадка молодых деревьев сакуры по всему району реки Потамак, да, в районе бухты города Вашингтон, высаживались молодые деревца. Можно сказать, это было начало, дано было начало, зеленый свет фестивалю цветущей сакуры в городе Вашингтон. И в 1935 году был проведен первый официальный фестиваль цветения вишни сакуры. А в 1937 году, друзья, уже тысячи людей приехали посмотреть на такую диковинную красоту, которая благодаря мечтам нашей героини Элизы Рахеман Шидмор осуществилась. Да? Благодаря ее усилиям, благодаря ее стараниям, благодаря ее такой любви к данному растению, к данной красоте, эта мечта осуществилась, сбылась и привлекла огромные тысячи людей. В 1948 году, после окончания Второй мировой войны, возобновился фестиваль, и каждая первая леди, которая, когда приходил новый президент, появлялась новая первая леди, пошло в традицию, они начали высаживать тоже новые молодые деревца сакуры. То есть много-много поколений первых леди, да, много-много поколений сакуры, привезенные из Японии, и также сакуры, выращиваемые уже на территории США, высаживались, постепенно создавая все больше и больше красоты. В 1994 году фестиваль продлили с одной недели до двух. То есть настолько он стал популярен, что правительство в целом, да, США решило продлить этот фестиваль. И до сих пор это одно из самых значимых цветочных событий и мероприятий в США. Посмотрите, насколько это красиво, насколько это потрясающе выглядит и насколько все-таки, да, веря в свои силы, стараясь и добиваясь, идя к чему-то, мы можем оставить после себя такое потрясающе красивое наследие. Вот такая история данного цветения, данного фестиваля. И сейчас вы можете видеть немного магазина. Вы знаете, в свое время мне этот мой друг отправил брелок, там был цветок на нем, я думаю, наверное, он мне его прислал. Просто он там из Вашингтона брелок был. Думаю, наверное, прислал, потому что я люблю растения. Но потом я понял, что это цветок сакуры. То есть, да, вот такого плана был цветок на брелке. И я теперь имею такой с этого фестиваля, имею такой потрясающе красивый брелок. Спасибо большое за это. Все, друзья, вот в принципе вся наша мини-история. Надеюсь, она вам показалась интересной. А я всегда с интересом читаю такие факты. Знаете, было очень интересно, здорово почитать, узнать, что такая красота, да, благодаря усилиям была создана. Все, мои хорошие, берегите себя. Спасибо всем, кто был со мной. До новых встреч.